ITN Distribution. Производство Dark Abyss. Осталось немного. Не надо торопиться, Синди. Ноги прямо. Да. Пытаюсь. Давай. Вот так. Господи. Отталкивайся, все получается. Да, все верно. Отталкивайся. Да, поняла. Знаешь, у нас полно времени. Потерпи еще 5 секунд. Давай. Орел приземлился. Молодец. Если мы тут ничего не найдем, я буду биться в истерике, клянусь. Так, проверим систему освещения. Это место оставили несколько недель назад, но вдруг что-нибудь еще работает. Ладно, посмотрим. Так будет проще, чем с фонарями. Оставим вещи здесь и пойдем вон туда. Надо скорее что-то решать со светом. Я уже слепну. Черт, они же говорили, что эта штука поблизости. Кажется, мы наконец-то нашли. Тут цветовая кодировка. Между прочим, я в некотором роде фокусник. Не знали? У меня есть один старый трюк, который я сейчас покажу. Приступим. 3, 2, 1. О, черт. Круто. Думаю, это нам поможет. Да. Думаешь, тут много золота? Нам с тобой хватит надолго. А она здесь? Точно. Черт! Мы пришли? Да, оно должно быть тут. Ну, по нашим данным. Да. Ребята, я извиняюсь. Эти мыши меня напугали. Ну, а что теперь? В чем дело? Мы здесь не только ради богатства. Ладно, что происходит?
Выйдешь за меня? Только не молчи, умоляю. Да, да, конечно, да. Не ожидала. Вы были в курсе? Что там? Эй, куда делась Фейт? Фейт? Фейт! Возможно, она ушла туда? Черт! А вдруг упала в воду? Фейт! 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 Я ничего не вижу в воде. Морган, помоги! Фейт! 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 Смотрите туда! Фейт! Бежим сюда! Скорей, скорей! Давай, бегом! Да, туда! Нет, не останавливайся. Да. Вот черт. Синди. 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 Где ты? Ребята, быстрее наверх. Черт, нет, Синди, лезь. Черт. Лезь, Синди, давай! Нет! Не прыгай! Нет, тянись, лезь наверх! Эй, давай! Да! Держись! Давай! Ты сможешь! Держись! Нет! Господи! Стая крокодилов. Где же она? Уехала с друзьями. Помнишь? Она скоро вернется. Но где она сейчас? Она должна была вернуться несколько дней назад. Верно. Да, просто дай ей немного времени, хорошо? Она придет. Ты с ней говорила? Да. Черт. А
Алло. Эй, привет. Прости, разбудила? Порядок. Не волнуйся. А что? Я звоню ей, но она не отвечает. Мама спрашивает, где Кара. Не знаю. Я не отхожу от телефона, но... Маме все хуже. Я просто... Ты говорила, что парень приготовил ей сюрприз. Может, они там увлеклись? Вряд ли. Нет. Кара не забыла бы позвонить мне. Она прекрасно знает, как обстоят дела у мамы. Прости, просто перебираю варианты. Так, если не появится к утру, мы с тобой обратимся в полицию. Детка? Да. Да, конечно. Ты прав. Постарайся поспать, я приеду утром. Да. Люблю тебя. И я тебя. Сладких снов. Кара. Да, да, я понимаю. Но что-то случилось. Я чувствую, с сестрой что-то не так. Несколько дней тишина, а потом один звонок. Нет, она не перезвонила, но... Боже, послушайте. Так, я знаю свою сестру. Мама очень больна, и Кара... Да. Да, да. Пока. Черт. Он даже не стал слушать, что я говорила. Они не будут искать. Нет. Сказал обращаться, если не будет вести еще сутки. Козел. Вот свинство. Что мне теперь делать? Она бы не стала, когда мама больна. Shh.
ни одного звука. Лучше иди спать. Завтра пойду в пещеру. Не могу ждать. Ты не можешь туда идти. Это опасно и к тому же незаконно. Да, но я не могу просто сидеть. Слушай, если серьезно, и вообще не следовало лезть в эти пещеры. Там уже давно закрыто. И никто не проверял безопасность. Вот поэтому я должна пойти. Если Кара внизу, то я нужна ей. Пойми, я не могу потерять ее. Что ж, пойдем вместе. В главных ролях Элла Старбак, Лорен Стерк, ребята спускались на веревках. Возможно, поэтому там получили травмы. Это не подходит. Ховард, Дэйви и другие. Но есть другой вариант. Проплыть под пещерой. Оператор Джон Константино. Мне удалось найти парня с катером, который нас высадит, а потом заберет. Отнеси мои вещи в машину. Я скоро. Да, ладно. Композитор Джеймс Кокс. Мы ее вернем. Да, мама. Я привезу Кару. А чудесная Кэрол пока присмотрит за тобой. Не бойся. Люблю. Я скоро. Ладно? Ладно. Я сообщу, если что. Спасибо. Привет. Примем таблетки. Автор сценария, продюсер и режиссер Тайлер Джеймс. О, боже мой, что вы здесь делаете? Я так рада. Мы не отпустим тебя одну, ясно? Дон. Привет. Рад тебя видеть. Как дела? Порядок. Слушайте, все это довольно опасно. Правда? Не переживай. Кстати, я работал в этих шахтах. Да, Сэм. Если Каре нужна помощь, то вперед. К черту полицию. Они отказались. Мы отыщем ее сами. Не обсуждается.
Я здесь ни при чем. Они сами предложили. Пошли за Карой. Спасибо вам. Идем. Вперед. Думаю, вы Сэм. Да. Я пытался вам звонить. О, извините. Да, я Сэм. Тут очень слабый сигнал. Да. Я уж подумал, вы не появитесь. Нет, нет, что вы. Вы сказали, что будете осторожны. Нет, нет, они будут молчать. Никто ничего не узнает. Ладно, идет. А что вы забыли в этих шахтах? Сестра пошла туда. Пропала несколько дней назад. Полиция ее не ищет. Значит, иду я. Не теряйте бдительности в этих пещерах. Все же их закрыли не просто так. Там опасно. Да. Ладно. Я привезу вас на катере. Высажу поближе к пещерам. Дальше сами. Все остальное меня не волнует. Ясно? Да. Я вернусь забрать вас через 8 часов. Будьте там. Я буду ждать максимум 1 час. Да? Да. Мы будем там. Оплата наличными. Ладно. 300, да? Я помогу вам, но не хочу проблем. Так что не треплите языками. Да. Пойду готовить катер. Идем. Вам не нужно далеко плыть. Просто доберитесь до тех скал. Видите? Там, под ними, вы обнаружите проход. Это большая подводная пещера. Так вы сразу попадете в нужные шахты. Ладно. Внимание! Эй! Слушайте. Я уже сказал вашей подруге, что вернусь сюда в 7 вечера. Буду ждать только 1 час, не больше. Вы, пожалуйста, постарайтесь найти выход, потому что эти пещеры похожи на лабиринт. Не бойтесь. Я работал на этих шахтах. Порядок. Ладно. А зачем прокопали эти туннели?
Компания считала, что тут есть золото. Она финансировала разработки, отправила сюда группу. Но через несколько месяцев обанкротилась. Все шахты закрыли буквально за одни сутки. Возможно, мы найдем тут золото. Дуан, здесь точно безопасно, да? Ведь все было хорошо? Да, самая опасная темнота. Один неверный шаг, и у тебя сломана рука или шея. Черт. Нам надо выбираться. О, как же Синди? Синди была очень шумной. А нас не заметят. Они везде. Эй! Мы справимся. Ничего не случится. Я туда не пойду. Мы не сможем. Так. Видишь маленькую лодку? Мы сядем в нее, доберемся до стены и тихо залезем наверх. Нет. Да. Нет. Нет. Их слишком много, Морган, господи. Нас заметят, туда нельзя. Другого пути нет. Где начнем? Вот главная дорога. Пойдем здесь. Но держимся вместе. Обойдем все два раза, если не снизим темп. Ребята, знаете, не хочу никого подводить, но здесь оказалось до жути страшно. Слушайте, я поддерживаю всю затею, очень хочу помочь, просто можно я вернусь и подожду у входа? Уверена? Вдруг придется ждать несколько часов. Да, поверь, для меня это не проблема. Я просто не ожидала, что здесь будет так неприятно. Хорошая идея, пусть она ждет там. Это на всякий случай. Минди, давай. Может, тебя проводить? Нет, все в порядке. Это недалеко. Надо идти назад, потом налево, да? Верно. Где-то 10 минут. Прости меня. Нет, все хорошо. Правда. От этого места действительно мурашки бегут. Иди назад. Это хорошая идея. Если мы заблудимся, веди того парня искать нас. Ладно? Надеюсь, что ты отыщешь сестру. Спасибо. До встречи. Пока. Так, пошли. Вот, готов. Прошу, не уходи. Эй, это быстро. Все, я пошел.
Будь осторожен, прошу. Что это? Это рядом. Вдруг помощь. Так, увидишь что-нибудь? Кричи. Ладно. Морган. Морган. Ничего. Он просто смотрит. Он исчез. Черт! Как долго ты здесь трудился, Дон? Эти шахты быстро закрыли. В разгар работ меня поставили бригадиром. Но это длилось недолго. А что делает бригадир? Это должность мечты для тех, кто умеет руководить. Прости, таков строительный юмор. Они надеялись найти тут богатство? Компания верила, что где-то внизу большие залежи золота. А ты сам? Мы даже не успели толком взглянуть. Дон? Моя сестра еще жива? Здесь довольно легко потеряться, в такой темноте. Опасно то, что мы не можем предвидеть внезапные обвалы. Я считаю, мы должны быть готовы к худшему. Но прошло мало времени, можно надеяться, что они заблудились. Да?
Черт. Знаете, ребята, мы повернули не туда. Это не то место. Дай посмотреть. Я хочу попасть сюда. Там точка, которую выдает интернет. Если он хотел вручить кольцо, это самое вероятное место, но... Да, согласен. Ребята, я не хочу спорить, но... Кажется, мы теряем много времени. Эй, слушай. Мы быстро найдем дорогу. Эй, Сэм. Да. Все будет хорошо. Ты мне веришь? Понимаешь, я должна выбрать правильный путь, чтобы найти сестру. А слова Дона просто сводят меня с ума. Что если Кара провалилась в яму и ждет помощи, а я... Мы обязаны отыскать ее, прошу тебя. Я понял. Дыши глубже, ладно? Мы справимся. Честно. Обещаю. Где Дон? Где он? Не знаю. Куда он подевался? Господи. Дон! 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 Что это? Смотри. Это Кары. Телефон Кары. Надо идти дальше. Дон! Дон! Какого черта, Дон? Прости, не хотел. Я испугалась. Прости. Думаю, они вошли здесь. Да. Их вещи.
Вот это находка. Кара, ты просто гений. Сколько это стоит? Похоже, тут лежит целое состояние. У меня ужасное предчувствие. С ними случилось что-то плохое. Кажется, мы не сможем их вернуть. Ребята, прошу. Мы пришли ради моей сестры, а не этого. Просто не верится. Моя сестра где-то недалеко. Мы нужны ей. Неужели вы не понимаете, что ее жизнь и здоровье важнее? Мы ее найдем. Спокойно. Какой-то кошмар. Они оставили вещи. Будем искать. Посмотри. Спокойно. Она здесь. Хватит. Так давно. Хватит. Без еды. Черт! Мыши. Тут их целые стаи. Черт, черт, черт! В чем дело? Черт, черт! Что за черт? Боже. Боже! Все назад! Быстро, быстро! Туда. Бегом! Вперед! Что это? Боже, что произошло? О, Господи! Крокодилы! Как они сюда попали? Когда шахты закрыли, они могли приплыть тем же путем. Я видела двоих. Их больше? Они тут кишмя кишат. И давно освоились. Черт. Вот черт. Черт. Застряли. Так, сейчас надо отыскать Минди. Прости, Сэм. Пора выбираться. Ты сообщишь властям. Нет, нет. Она здесь. Нет, пусть работают спецы. Эй, Сэм, давай приведем людей. Придем с ними и решим проблему. Ладно? Я обещаю. Господи. Уходим. Пошли. Прошу. Давайте, скорее. Здесь так темно. В этой секции электричества нет. Если полетит система, окажемся в темноте. Майк, ракеты. О, черт. Тут еще золото. Так. Сообщайте обо всем, что слышите.
Крокодилы умеют общаться. Если что, замрите. Отключим энергию, чтобы нас не увидели. Нет, нужен свет. Они охотятся ночью, как и днем. Никакой разницы. Пора идти. Подожди. Нельзя это оставлять. К черт, настоящее золото. Нет, надо уходить. Сколько? Очень много. Эй! Нет, Майк! Возьми ракету. Пригодится. У тебя минута, чтобы забрать сколько сможешь. Не верится. Люди пришли за золотом. Зажги ракету. Не шевелись, Лили. Уходим, уходим. Боже, Лили! Все. Кара! Кара! Сэм! 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 Майк! 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 Майк, где ты? Майк! Майк, прошу, где ты? Вернись ко мне, Майк! Умоляю! Майк! Прошу! Майк! Прошу! Сэм! Господи Боже! Кара! Я тебя искала, милая. Ты пришла. Ложись, лжись.
Помоги мне. Кара, идем. Кара, детка, что с тобой? Ничего, ничего, ничего. Держись. С кем ты здесь? Со всеми. Друзья. Майк. Где они? Я потерялась. После... Там съели Лили. Мы побежали. Я видела стаю этих кошмарных тварей. Мы разделились, а потом я нашла тебя. Сэм, прости меня. Что ты? Нет, Кара, нет. Это я во всем виновата. Нет, послушай меня, послушай. Мы найдем Майка и уйдем отсюда. Здесь нет твоей вины, и ты не виновата в том, что произошло, ясно? Держись, держись. Больше нет Моргана. Ясно, ясно. Теперь послушай. Ты должна вложить свою злость и свой страх в то, чтобы выбраться отсюда. Поняла? Ради него. И ради них. Мы сможем выжить. Ясно? Мы сможем все это пережить. Да? Мы все преодолеем. Идем. Пошли, пошли, пора. Эй, Сэм. Как там мама? Она спрашивает о тебе. Я соскучилась по ней. Да. Ты знаешь, что крокодилам нельзя смотреть в глаза? Запомни. Если будешь глядеть в глаза, они подумают, что ты бросаешь им вызов. Готовишься к схватке. Да. О боже, Майк, это же Майк. Что он делает? Боже, ему надо уходить и как можно скорее. Один наблюдает за Майком. Боже мой. Господи, беги, Майк. Мы должны вести себя тихо. Или тварь бросится на него. Ему надо уйти оттуда. Святые небеса. Черт, посмотри, это же гнездо крокодилов. Боже, они приносят людей в гнездо. Майк. Тише. Господи, помоги ему.
Когда он выберется из гнезда, надо бежать со всех ног к выходу. Скорее, сюда. Нам сюда. Хотя, стойте. Надо понять, где мы. Сколько человек спустилось в шахты? Все погибли. Боже, все они. Мы последние. Минди нет. Мы должны вернуться назад по проходу. Если свернуть на север, то здесь мы уже не заблудимся. Но если пойдем по южному туннелю, зайдем в тупик. Время есть? Не знаю. 20 минут. Черт, надо шевелиться. Идем. Скорее, давай. Бежим! Бежим! Эй, вперед! Скорее! Скорее! Бежим! Скорее, нам сюда. Да. Что это? Что-нибудь видишь? Нет! 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 Кара! Кара, слушай, ты должна вернуться назад, ясно? Свернешь в западный туннель, он приведет тебя к выходу, поняла? Да. Да? Все. Убегай! Беги! Скорее! Беги! Давай, Кара! Боже! Надо идти. Что с ней будет? У нас нет другого выхода. Майк! Надо уходить отсюда. Кара! Это единственный шанс. Сэм! Нет! Сэм! Бежим, бежим! Нет! Thank you.
Пожалуйста, Кара! Кара, прошу, беги! Сэм! Надевай. Кара, прошу! Кара, где ты? Кара, скорее! Кара, умоляю! Ты должна быть готова, когда она прибежит. Надень. Сколько? 4. Всего 4. Нет. Кара! Кара! Кара, прошу! Кара! Дойти осталось немного. Ты дойдешь. Давай, скорее. Нет, нет, нет. Пошли. Давай, давай. Нет, нет. Шагай, давай. Скорее, скорее. Сэм. Еще 3 минуты.
Давайте, давайте. Где вы, ребята? Господи! Боже! Катер! Это катер! На помощь! Педро! Плывем. Педро! Педро! Прошу, помогите нам! Где они, черт побери? Уже рядом. Он близко, близко. Кара, держись. Он здесь. Педро! Я здесь. Педро! Педро! Держись. Мы спаслись. Эй! Спаслись. Я здесь. Педро! Педро, помогите! Сейчас. Хватайтесь. Поднимите ее. Поднимите. Скорее. Давай, Кара, ты сможешь. Эй! Вот так. Боже. Боже. Что? Что случилось? Где все остальные? Никто не выжил. О чем это вы? Не подплывайте туда. Он где-то неподалеку. Кто неподалеку? Нет! Вылезай! Вылезай, чертова зверюга! Ой.
Стая крокодилов. Автор сценария, продюсер и режиссер Тайлер Джеймс. Оператор Джон Константино. Композитор Джеймс Кокс. В ролях Элла Старбак, Ховард Дэйви, Лайла Лассо, Николас Энскомб, Лорен Стерк, Наташа Тассини, Тирнан Малейн и другие.